Как раз 2 метра есть. Даже тот же самый Антония. Антония там по-своему там. А вот это весело получилось. Глобализация очень быстро захватила весь мир. Тот же Китай прогрессирует наравне с... Поколение всего мира. Да, да. Ну вот посмотрите, наши подростки, дети, они спокойно общаются со всеми. Да, приказал, значит, до 22 года всю интеллигенцию. Значит, выделили 2 парохода немцы. Это пароход один обербургомистр Хакена, другой пароход Пруссия. Всех, всю интеллигенцию выделили деньги. Значит, поездами свозили всех в Петербург. В Петербурге на эти пароходы садили и вывозили в Штеть. И поэтому здесь Крупская сказала, стране советов Борчуков не нужно. Нужны умелые рабочие руки. И поэтому этого не было ни в Венгрии, ни в Чехии, ни в Польше. Что здесь оставили наследников, кучеров, холопов разных, ну и прочие прислуги. То есть оставили, как это сказать, ну, сливки опыта. Старались оставить отребье земли, ну будем так говорить. И поэтому наша страна, она отличается. Разорили, у нас один из лучших был этих институтов в стране, технологический в этом, в Петербурге. Выслали весь преподавательский состав. И их дети теперь рождались там, и поколение там. А здесь я, например, ну, какое у меня наследие? Ну, я могу, например, быстро взять лошадь, там, запрячь или распрячь. А мне что-то не там... досталось, по-моему. Нет, подожди, ну, я приблизительно. Ну, что-то такое интеллектуальное изобрести, там, типа компьютера, что-то. У меня на это уже ума нету. И нету у моих сверстников, ни у кого нету. И в школах же точно так же. Я смотрел на этих людей, и когда вот я в первый раз попал за границу, меня очень удивился, я разницу огромную видел. Так что тут сравнивать нельзя поколения. В Советском Союзе, кстати, и слово это неграмотное. Оно не влазит ни в какую грамматическую таблицу. Потому что если мы говорим «советский» или «специально так сделали», или тогда надо говорить «трактористский», «велосипедский», ну и так далее. Так что здесь есть разница, брат. Ну тут взято, наверное. Ну, согласны? Согласен. Частично, но я объясню потом, когда мы пройдем. Не, я это не для полемики. Да, я просто сказал, вы свою тему продолжайте так, как обычно. Просто, ну, вы должны мой менталитет учитывать тогда. 4 идет. Говорит, что там. Люблю, когда ты далеко, да? Там массажи будут, надо сказать.